Борьба с нелегальным строительством продолжается. В среду, 21 мая, под снос пошло кафе и ночной клуб «Пират» на берегу речки Анапки. Служба муниципального контроля проводит рейды ежедневно. Нарушители сначала предупреждают и рекомендуют исполнить законные требования. Если слов застройщики не понимают, к ним применяют жесткие санкции. Для еще более продуктивной работы с недобросовестными застройщиками созданы новые оперативные группы. На сегодняшний день у нас по планам 7 оперативных групп. Сейчас создано. Немножко меньше, потому что идет подбор штата. Люди должны быть с определенной квалификацией, с умением общения с людьми. 5 групп уже работают. За каждым ведущим специалистом закреплены территории и улицы города. Куратор от центра Анапы до улицы Самбурова Игорь Воронкин. Зона ответственности второй группы от улицы Самбурова до окраин города, штат который набирается. Пионерский проспект, ЖМТ, Приморский сельский округ курирует Сергей Ельчининов. Микрорайон Алексеевский, Анапский сельский округ закреплены за специалистом Игорем Евсеевым. Куратор Витязевского сельского округа Сергей Никозаков. В Субсесском сельском округе контроль ведет специалист Борис Полянский. Работа оперативных групп результативна. За 7 дней выявили более 70 нарушений. Служба прошлась, все это выявили и, в общем-то, с людьми беседовали. В результате, в течение 2 дней, большая часть... Все сами исправили, занесли, аккуратно сложили. Основное направление в работе групп – профилактика нарушений, разъяснение и беседы с гражданами. И большую помощь в организации такой работы способны оказать активные жители города-курорта, представители квартальных домовых комитетов и территориальных органов самоуправления. Ну, не было такого порядка, не призывали, наверное, настойчиво соблюдать этот порядок. Вот сегодня мы все вместе с вами сделаем, надеюсь, город чище. Координаторы ТОСов рассказали о благоустройстве их территорий в подробностях, касаясь не только строительства, но и сфер ЖКХ и транспорта. Представители ТОСов познакомились со специалистами службы муниципального контроля, записали номера телефонов. Совместная работа двух служб должна принести хорошие результаты.